Всем здравствуйте! Вот у меня очередной эксперимент, так сказать. Хочу вырастить розы из черенков. Ну, вот тут у меня еще кое-что есть. 2 недели назад я срезала немного черенков с канадской розы. Это 2 недели назад было. И поставила в банку. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть. Ну вот видите, почки просыпаются достаточно хорошо. Так, Лила, нельзя. Вот на корешках уже такой есть каллюс. Вот где-то уже есть небольшие корешки. Но меня смущает, знаете что? В общем, корешков еще нет. А почки уже достаточно такие мощненькие. Вот я сейчас покажу. Поэтому я сейчас уберу это, в холодильник поставлю. Пакетом у меня закрыто. Вот так вот я пакетом закрывала. И они у меня стояли у окна открытого, потому что у нас в квартире очень-очень жарко. И поэтому они стояли у меня у открытого окошечка, закрытые вот целлофаном. Внизу у меня вермикулит и немножко мох с фангулом. Совсем мало там, небольшое такое количество. Только веточки, нижняя часть была. Вот если почки проснулись, а корней еще нет, значит, надо нам как-то предотвратить вот этот рост почек. И поэтому я сейчас уберу в прохладное темное место, чтобы корешки наращивались. Также и из коробки, если у вас почки уже достаточно приличные, а корней нет, то надо убирать темное прохладное место, чтобы не развивались почки. Потому что это только они берут силы просто из веток, корней нет, это плохо. В общем, вот так вот, я думаю, у меня все получится. 2 недели для укоренения, для роста это немного, это мало. Поэтому будем следить за ситуацией. Но так сделать можно, я уверена, если уже каллюс появился, то корешки будут. Вот, что еще? Вот, девчонки, видите, что у меня тут? Видите? Это смородина. Ее, наверное, недели три с половиной назад были на даче, обломились ветки. Я привезла их домой. Это смородина Вологда. Очень хороший куст. Вот я его поставила. Вот у меня они растут. Растут, стоят вазочки. Но здесь вот корни, естественно, вообще хорошие. Смородина очень-очень хорошо укореняется. Но мне, скорее всего, этих кустов будет не надо. Я могу вот эти листочки... Ой, запах, девочки, какой обалденный запах. Я их могу в чай листочек закинуть. В общем, вот такое применение я нашла с сломанным веткам у смородины. Или кто-то будет обрезать, можно сейчас поставить. Она очень быстро дает массу. И хотя бы для запаха на кухне или вот в чай. Девочки, запах вот не передавать. Такая весна такая свежая. Ну, вот такой вот у меня еще небольшой лайфхак, да. Так что не выкидывайте вот смородиновые ветки. Это очень будет классно для вашего чая и для вашего настроения. Ну вот еще один вот, так сказать, небольшой кустарничек у меня тут растет. Он у меня весь обрезанный. Вот чем отличается огородник, садовод-огородник от неогородника? Так, огородник, елки, которые купил на Новый год, сохраняет до весны, чтобы потом высадить их в сад.
И вот у меня тоже вот такая вот малышечка стоит. Она дает новые приростики уже. Конечно, ей здесь некомфортно. Вот она у меня простояла дома на окне. Вот я ее обрезала, чтобы поместить вот в такой, вот в такую вот крышку. Так, так, вот, да. Она вот у меня сколько уже месяцев стоит. Так, декабрь, январь, февраль, март. 4 месяца примерно она у меня стоит вот под таким колпаком. Я ее скоро увезу в сад, пересажу в большой горшок. У меня даже тот же горшок, который я покупала. Но ничего, она оживает. И это очень-очень хорошо. Ну, вот так вот, девчата. Такие вот у меня новиночки, так сказать. Ну, вот смородину, девчонки, возьмите. Возьмите какие-то веточки. И пробуйте, конечно, розы. У нас все получится. Ну вот, пока все. С вами была Надежда. Пока-пока.